Здравствуйте, с вами учитель русского языка и литературы Неволина Елена Александровна. В этом уроке вы узнаете, как выполнять задание номер 8. Нажмите на паузу и прочитайте задание. Для правильного выполнения этого задания необходимо знать правила согласования вида и времени глагольных форм в предложении. Все формы глагола имеют категорию вида. Глагольные формы несовершенного вида отвечают на вопросы без приставки «с», «что делать», «что делая». Глагольные формы совершенного вида отвечают на вопросы с приставкой «с», «что сделать», «что сделав». Формы глагола в изъявительном наклонении имеют категорию времени и отвечают на следующие вопросы. Глаголы прошедшего времени «что делал», «что сделал», настоящего «что делает», будущего «что будет делать», «что сделает». Если в предложении встречается несколько глагольных форм, они обязательно должны соотноситься по виду и времени. Грамматическая ошибка возникает при нарушении этого правила в следующих ситуациях. Ситуация номер один. Грамматическая ошибка возникает, если в предложении однородные сказуемые находятся в форме разного времени. Например, грамматическая ошибка. Весь вечер идет снег и прекратился только утром. Идет глагол в форме настоящего времени. Прекратился в форме прошедшего времени. Правильный вариант. Весь вечер шел снег и прекратился только утром. Ситуация номер два. Грамматическая ошибка возникает, если в предложении однородные сказуемые находятся в форме разного вида. Например, грамматическая ошибка. Взрослые дети должны научиться уважать и понять друг друга. Уважать – глагол в форме несовершенного вида. Понять – в форме совершенного вида. Правильный вариант. Взрослые дети должны научиться уважать и понимать друг друга. Ситуация номер три. Грамматическая ошибка возникает, если в предложении однородные сказуемые находятся в формах разного вида и времени. Например, грамматическая ошибка. Пушкин подвергает Онегина сложному испытанию и этим раскрыл истинную сущность своего героя. Подвергает глагол в форме несовершенного вида настоящего времени. Раскрыл в форме совершенного вида прошедшего времени. Правильный вариант. Пушкин подвергает Онегина сложному испытанию и этим раскрывает истинную сущность своего героя. Или Пушкин подверг Онегина сложному испытанию и этим раскрыл истинную сущность своего героя. Ситуация номер четыре. Грамматическая ошибка возникает, если между сказуемыми сложного предложения нарушена видовременная соотнесенность. Например, грамматическая ошибка. Когда наступает лето, расцвели цветы. Сказуемое «наступает» – глагол в форме несовершенного вида настоящего времени. Сказуемое «расцвели» – в форме совершенного вида прошедшего времени. Правильный вариант. Когда наступило лето, расцвели цветы. Или, когда наступает лето, расцветают цветы. Ситуация номер пять. Грамматическая ошибка возникает, если видовременная соотнесенность глагольных форм возникает в предложении с деепричастием. Например, грамматическая ошибка. Прочитав книгу, не забывайте делать закладки. Прочитав, деепричастие совершенного вида обозначает законченное действие. Не забывайте делать глаголы в форме несовершенного вида. Закладки делаются во время чтения, поэтому правильный вариант – читая книгу, не забывайте делать закладки. В задании, которое мы предложили в начале урока, правильный ответ следующий. Позиции «Д» нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм соответствует выбор 9. Правильный вариант. История обогащает нас новыми идеями и расширяет наш умственный горизонт. По ссылке после видео вы можете скачать
примеры с нарушением видовременной соотнесенности глагольных форм из реальных кимов прошлых лет. А на следующем уроке мы обсудим с вами, как выполнять тестовое задание номер 9. Поэтому подписывайтесь на мой канал.